Купить полис можно, не выходя из дома. Такую услугу на сайте своим клиентам теперь должны оказывать все страховые компании, имеющие лицензию. Напомним, с 1 января 2017 года все страховые компании обязаны заключать договор ОСАГО в электронном виде. Изменения в закон были внесены по инициативе Банка России. Основная цель – доступность услуги и улучшение качества работы. С новыми правилами к исполнителям был предъявлен и ряд требований. Страховые компании обязаны обеспечить непрерывную и бесперебойную работу своих сайтов. Банк России установил специальные требования, которые должны соблюдать все страховые компании. Это позволит избежать ситуации, когда сайты постоянно, как мы выражаемся, висят, либо закрыты на технологические перерывы, и приобрести полис невозможно. Суммарная длительность перерыва в работе сайта страховщика не должна превышать 30 минут в сутки. Стоимость бумажного полиса и приобретенного через интернет одинакова. Количество желающих воспользоваться услугой, уверяют специалисты, уже выросло в разы. Однако пока далеко не всегда у клиентов получается время сэкономить. Сбои в системе имеют место быть. С начала года на сайт регионального отделения Центрального банка по этому поводу уже поступило более сотни жалоб. При необходимости проведения плановых технических работ страховая компания обязана разместить не менее чем за сутки уведомления о дате и времени их окончания. Такие работы страховщики смогут проводить не чаще одного раза в месяц в период с 22:00 до 8 часов утра по московскому времени. Банк России, в свою очередь, будет контролировать, как страховые компании соблюдают требования по бесперебойности продажи электронных полисов ОСАГО.